Этот участок дороги перекрыт на 4-м километре с предзаводской трассы. Страшное ДТП. Виновник аварии погиб. Его родственники практически моментально выехали на место. Все произошло за считанные секунды. Водитель автомашины Infiniti FX35, следуя по дороге Никольск-Улан-Удэ, направление города Улан-Удэ, в районе 4-го километра, предварительно выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Honda CR-V. Водитель «Хонды» не успел среагировать для такой аварии. По словам сотрудников ГИБДД, было бы достаточно 60 км в час у двух машин. Так ли это было на самом деле или все-таки скорость была выше, выяснит следствие. Всех же остальных, а это водитель «Хонда CR-V» и трое пассажиров, были доставлены в БСМП. Один с незначительными травмами, второй с переломом. Состояние еще двоих удалось выяснить уже в больнице. Состояние одного расценивается как тяжелое. Он на данный момент находится в операционной. А состояние второй больной, она в клинической смерти. То есть в 3:10 умерла она. Травмы умершей уже в больнице женщины оказались несовместимы с жизнью. Она являлась водителем Honda CR-V. Кстати, в этом автомобиле и водитель, и пассажир были пристегнуты. Именно это помогло, быть может, выжить пассажиру. Ольга Войлошникова, Даржи Чидопов. Новости дня.